Привет, дорогие зрители канала Easy Russian! Мы рады приветствовать вас сегодня в городе Екатеринбурге, столице Урала, четвертом по величине городе России. Давайте узнаем, что думают люди о нашем городе, как они к нему относятся, как им нравится здесь жить. Поехали! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы из Екатеринбурга? 6 лет здесь живу. И как вам нравится? Расскажите немного о ваших впечатлениях о городе. Динамичный, амбициозный народ, люди деловые, город такой бодренький, веселый, не похож на то, где я жил раньше. Это где? В Санкт-Петербурге. Ага. Поэтому такой, ну интересно, интересно. Жена с трудом привыкает, а я уже освоился. Скажите, нравится вам жить в Екатеринбурге? Да. Нравится? Нравится. Чем? Ну, город очень развитый, да, и если смотреть по стилю жизни, он немножко спокойнее, чем Москва, а по какому-то там экшену не уступает ей. Ребят, расскажите, как вам живется в Екатеринбурге? Хорошо. Хорошо. Хорошо очень. Хорошо. Расскажите, чем нравится здесь жизнь? Может быть, если вы были в других городах России, как бы вы сравнили? Ну, самый лучший – это Екатеринбург. Мне больше всего нравится. Да. Да. Тоже? Да, хорошо очень. Да. Чем? Есть хорошие друзья, с кем можно погулять, поиграть в футбол, да, вот, да. Чем здесь у нас интересна жизнь? Что у нас тут интересного происходит? Ну, у нас проходил чемпионат мира, архитектура хорошая, памятники и много интересного в городе, да. Ребята, привет! Расскажите, как вам жизнь в Екатеринбурге? Нравится? Да, нравится. Хороший город. Хороший. А чем? Чем нравится? Чем вы занимаетесь? Отзывчивые люди. Вот. Ну, а так, сам по себе город тоже неплохой. Мне нравится Екатеринбург, потому что это маленький город, и то, что тут все друг друга знают, это не Москва, которая как муравейник, где там куча людей, куча иностранцев и всего прочего. Ну, вот. Столица Урала. Столица Урала. Как вы думаете, у нас действительно суровые люди? Или это неправда? Именно суровые люди. Мне кажется, нет, они наоборот отзывчивые и добрые. Добрее, чем в других регионах России. Здравствуйте. Скажите, вы из Екатеринбурга? Здравствуйте, нет. А откуда вы? С Березовска. Вот 30 километров отсюда. Вы тут работаете, гуляете? Отдыхаю. Я тут отдыхаю. Можете рассказать, нравится ли вам город и чем? Нет, ну, конечно, нравится, потому что все-таки можно назвать второй столицей, наверное. Здесь можно и в кино сходить, здесь кто-то там может и в клуб пойти куда-нибудь. И ресторанов много для всех, у кого нет денег, у кого есть деньги. То есть любой, в любом социальном статусе здесь может отдохнуть. А расскажите, чем вам нравится и нравится ли вам жить в городе Екатеринбурге? Ну, во-первых, тут хотя бы чисто, как бы, не то, что в других вот предпоселках там или еще что-нибудь. Здесь вкусная еда. Ну, люди хотя бы красивые ходят. Вам нравится жить в Екатеринбурге? Очень. Обожаю этот город. Самый лучший на земле. Класс. А можно подробнее? Почему? Я здесь родилась, росла и, надеюсь, умру. Поэтому Екатеринбург – это столица конструктивизма. Это то, ради чего сюда стоит приезжать, не только ради Ганиной ямы, вот, про которую знают все. А вы согласны со стереотипом, что на Урале живут суровые люди? 50 на 50. Смотря на кого нарветесь. Говорят, что по себе людей не судят, но мне кажется, что если вы посмотрите на меня, то вряд ли у вас сложится впечатление, что тут только суровые люди. Но не есть. Повсюду. Скажите, вам нравится жить в Екатеринбурге? Да, конечно, очень нравится. А чем? Чем можете выделить его по сравнению с другими городами? Ну, возможно, это привычка, потому что я здесь вырос с детства. А так по себе город сильно развивается, что мне очень нравится. Развивается в плане, ну, не только то, что вот архитектурно, допустим, строительство идет, а и культурно, то есть много разных мероприятий, развлекательных программ и центров очень много построено, то есть для детей езди отдохнуть, ну и самому тоже можно где-то куда-то сходить, отдыхать, то есть вот в этом плане, да, хорошо. А вы слышали о стереотипе, что здесь на Урале живут суровые люди? Ну, слышал, но я думаю, что это слухи. Мне кажется,
У нас город достаточно гостеприимный, и, допустим, вот недавно проходивший чемпионат мира, я думаю, это показал. Здравствуйте, скажите, а вы из Екатеринбурга? Да. А вам нравится город? Нравится тут жить? Нравится. Я уже больше 20 лет тут живу. А поподробнее можете рассказать, чем нравится, если сравнить с другими городами России? Ну, у нас город современный, быстро развивающийся. Памятники конструктивизма в центре и не только в центре. Чем тебе нравится жить здесь? То, что тут много есть памятников, все такое. Что еще? Еще фонтан, тут красивые. Люди очень хорошие, они и им очень много зарплаты дают. И вот, вот уже репетируют тут спектакль «Турандот» в оперном. Здорово. Ты пойдешь смотреть? Да. Хорошо, молодец. Удачи.